Позиция household, постельное белье и предметы домашнего обихода. Наволочки. Это у нас такая простыня надевающаяся. Сумка. Такая вот большая салфетка. Далее занавески стоили 5 евро. Целая подушка. Полотенчика. Детское постельное белье. Разноцветное постельное белье. Полосатое постельное белье. Дальше идут полотенца. Дальше идут занавеска. Вот такая занавеска. Полотенце. Полотенце. Еще одно. Это подкладушка у нас. Такая на стул. Так, это у нас наволочка, по-моему. Это клеенка на стол. Полотенце.